Привет, мои хорошие. Ко мне опять прилетела моя голубка со своим любимым. Захотелось вам показать. Я убрала сетку, показывала вам. Так она теперь вообще пытается сюда зайти. Уже приоткрывает окно. И как хозяйка заходит сюда на подоконник. Вот он, ее любимый, пришел. Захотелось вам показать их. Какие они прикольные. О, сел с ней. Это беленькая, как пингвинчик. Прям инь-янь. Такие хорошенькие. О, целуются. Я к ним так уже привыкла. Они 2 года летают. Она точно. И меняет постоянно мужей. Ну, с этим она уже давно. На какое-то время он пропадал. А сейчас опять вернулся, и с ней она все время так охраняет, сидит здесь, на себя как на живца завлекает. И я ей насыплю еды, и сразу же он прилетает, как будто он где-то рядом ждет, потому что знают, что ему я не насыплю, а ей всегда дам поесть. Смотрите, как она сидит, как пингвинчик, такая смешнючая вообще. Вот так вот они ко мне уже привыкли. Можно их приручить вообще с руки. Ну, они кушают у меня. Она кушает у меня с руки. Только она. И семечки я ей давала. И хлебушек как-то давала. Она все-все-все ест с руки. Уже вообще прирученная. Вот такая красотка. Сейчас попробую ее покормить еще с руки. Если интересно, смотрим дальше. Сейчас она отбежит. Насыпала семечки молодежные, чтобы она еще помолодела. Вот он сразу сваливает на задний план. Иди сюда, моя хорошая, иди кушай. Иди, моя девочка, не бойся. Ну вот она боится, отошла. Не бойся, иди кушай. Иди. Вот умница, хорошая девочка. Молодец. Немножко боится. Вот умница. Кушай, мое солнышко. Кушай, моя девочка. Какая же ты умничка. Не боишься. Самая смелая девочка. О, и он идет. Подбирает объедки. Или как там? Как вокзал для двоих. Остатки. Вот умница. Кушай. Испугалась, убежала. Давай. Молодец. Какая она мягенькая у нее. Чувствую так. Животик, крылышки. Не бойся, иди кушай. Молодец. Молодец. Давай, последняя семечка осталась. Ну. Ну, вот такие у меня голубочки, мои родные. Привет всем волшебных выходных. Всех с наступающими праздниками. Люблю вас, мои родные. Пока-пока. Какая она толстая. Знаешь? Все, мои хорошие, пока.